Ты как на Камышаны ехать, как спускайся, дюшка, вот внизу вот так вот затопило здесь. Заправка. Вот эта дорога, как ехать на Камышаны. Куйбышева. Вот это у нас идет Веревчина. Там Шуминский. Не знаю, там позатапливало все дома, частные сектора. Дачи. Там Куйбышева. Вот тут у нас идут дачи. Идут. Дач нету просто уже все. Там все в воде полностью. Это мы подъезжаем уже к Куйбышеву. Вся вода вон в соляре, в бензине. Воняет. Это же заправки вот там вот были две. Они были полные. Вон. Все в бензине, запах. Что именно атомная станция какая-то. Запах такой неприятный. Он даже берешь весло, но он все в масле. Жирное. Частные дома, это Куйбышева. Матрас. Давай туда. Давай, поехали туда, смотри. Туда, на наш? Да. Бля, он дома все затоплено, все в бензине. Воняет, на черный это он бензин, соляра. Дом полностью в воде. Такой бы шел полностью все уже затоплено. Это первая линия. Там уже Шуминский, Веревчина. Детская площадка, но масло получилось. Не, я так понимаю, нет. Давай, раз, стой. Это Куйбышева.
давай на весла. Сейчас давай. Давай сейчас посмотрим тут. Дома, может, пооставали животные. Вот тут детская площадка, где я детям раздавал сладости. А вот видите, достал аж сюда. Там уже нормально, туда не достает. Вон собака, смотри. Погнали, вон. Маленькая, сейчас мы тебя... Вот она маленькая сидит. Сейчас мы тебя достанем, сейчас я буду за тобой нырять, подожди. Так, песик. Нашли песика на островке из ковра. Сейчас Андрюха спасет ее. Маленький. Иди сюда. Руку. Давай. Подожди, теперь проблема есть. Не бойся, ты в надежных руках. Маленькая. Будь добро. Уже с мотором погодить, вот погрузить. Наверное. Да нет, наверное.